Этот флокс называется «Горожанка». Одно из замечательных творений нашего прекрасного селекционера Елены Алексеевны Константиновой. Это флокс сиреневый, мелкоцветковый, с посветлением в центре. Соцветие у него плотное, ветвистое. Посмотрите, сколько у него идет этажей этих ветвей. Целая куча. У меня он зацветает. Вот это первое соцветие. Остальные пока что еще стоят в бутонах. И я тороплюсь снять, потому что каждый день обещают дождь. И он идет то ночью, то днем. И просто, ну, очень хочется снять, пока он такой симпатичный. Потому что мало ли что там будет дальше завтра. Мне он нравится тем, что сочетание вот такого светло-сиреневого и темного, такого хорошего, крепкого стебля. Хорошее само по себе плотненькое соцветие, красивое. Замечательный такой красивый флокс дерева. Высота его, я думаю, что где-то 80-90, потому что сейчас он очень высокий, но это в этом году, потому что очень мокро, они все выше. А размер цветка, я думаю, где-то 2,7 примерно. А срок цветения средне-поздний получается, раз он только зацветает. Так что вот такой замечательный флокс.